Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy S9 Plus. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим энергосбережения. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и выбираем пункт «Обслуживание устройства». После чего нажимаем на кнопочку «Батарея». Так, давайте яркость выкручу, чтобы все было точно заметно. И нажимаем на режим питания. И здесь у нас есть несколько. Во-первых, средняя экономия, максимальная экономия, оптимизированная и высокая производительность. Ну, во-первых, нажимаем на кнопочку «Средняя экономия», чтобы просто включить, скажем так, экономный режим батареи. Отлично, в этом режиме у нас уже не работает команда «Ок, Google», не работает Bixby и дополнительные функции, которые работают в фоне. То есть фоновые процессы подрезаны. Кроме того, есть еще и максимальная экономия. Вот в режиме максимальной экономии уже отрезанным является абсолютно все, кроме тех программ, которые вы сами лично выберете, а их там всего можно около 6 или 8, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас посмотрим. Да, можно всего 8 программ использовать. И, в общем-то, при таком раскладе телефон продержит очень-очень много. Для выхода из этого режима в правом верхнем углу нужно нажать на троеточие и нажать «Выключить режим энергосбережения». Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч!